Привет, друзья! Я нахожусь в Голландии. За моей спиной стенд фирмы Sportex, экспертами которого я являюсь. Моя команда Миненко Тим является экспертами фирмы Sportex. Это удилища. Мы наконец-то их нашли. Волей случая нас сюда занесло за самую крупную выставку Европы. Карп Зволе 2020. Сегодня 31 января. И рядом со мной представитель Sportex в России и Украине. Всем привет! Игорь Кушнир. Я сейчас ему позадаю несколько вопросов. Мы обсудим новинки, наверняка они есть. Конечно. Я знаю, что есть новое удилище 2020 года, которое еще никто не видел, и вы увидите это первыми. Может быть, с этого и начнем? Или в общем... Сначала, вообще, как бы я расскажу, что в 2019 и 2020 году вышло очень много новинок, которые... мы из них выбираем еще, все ли нужно для нашего рынка, либо что-то есть более важное, что-то менее важное. Но всем известный уже триумф удилища и импрессив. Это уже те, которые в 2019 году были представлены и испытаны. Испытаны, протестированы. Очень многие уже. Этими удилищами мы в 2019 году выиграли не одно соревнование. Да, то есть уже есть у них какие-то результаты, какие-то тесты. Одно из любимейших удилищ фирмы Sportex — это именно Триумф. Мне лучше всего оно легло по строю, по жесткости. Это довольно мощное удилище, дальнобойное, при этом оно относительно, у него тонкий бланк, оно относительно легкое по сравнению с другими мощными удилищами. Мне оно очень понравилось. Хотя импрессив, многим, я знаю, карпятникам нравится импрессив, он прям такой, где он? Он просто такой мощный, да, когда надо пробить ветер, большие рыбы, тяжелые груза. И на медвежке мы этим удилищем ловили. Эти удилища это прям спорт. Но давайте уже новинки, всем интересно. Новинки, да. В прошлом году, в середине прошлого года, были представлены две новые модели. Пока Игорь ищет новинки 2020 года, хотя я знаю, я нащупал ее, потому что там другой бланк совсем. Из новинок в премиальном сегменте появилось еще три новинки. Это модель называется Beyond, которая самая дорогая. У нее розничная цена рекомендованная 999 евро. Она сделана из такого бланка не круглого, а многогранного, семигранного. Семигранник. Да. И есть ее младшая сестра или младший брат. Это модель Revolve. Revolve. Тоже сделано из семигранного бланка. Чуть потолще бланк, да? Да, немножко немножко сделали бюджет. Более доступный, потому что 600 можно, евро назвать бюджетной палкой тоже тяжело. Бюджетный, это более бюджетный. Но он чуть-чуть, и все-таки у него другой немножко строй. Если Beyond более мягкая, такой строй, относительно мягкий и легче бланк. Это такая, просто такая... Кайфовая палочка, просто кайфовая для тех, кто хочет получить максимум удовольствия от ловли карпа. То это удилище уже более тяжелое, может быть, для более крупных рыб, такая рабочая лошадь, возможно, уйдет и в спорт. Очень интересно будет их протестировать. И третья новинка — это удилище называется Графино. То есть это сделано с добавлением материала графен. То есть за счет этого материала плотность карбона стала, увеличилась, но вес наоборот уменьшился. Да, я прямо ощущаю, взял, просто подержал два бланка, и берешь, когда этот в руки с графеноном, то чувствуется, что вес бланка уменьшился, мне кажется. А при этом плотность очень большая, я слышал, этого материала, да? То есть заявлены более такие характеристики. Более серьезные. Время покажет. Материал графен еще мало испытан именно в удилище строении, поэтому это все новинки такие, новые технологии. А как они себя проявят, покажет время, будем
тестировать, будем проверять. Не знаю, подойдут ли они для нашего рынка, это тоже еще вопрос. Но, да, потому что специфика рынка все-таки существенная. Да, но тут показано развитие новых технологий, которые в ближайшем будущем станут более доступными. И, соответственно, для наших людей это будет более уже доступно. Игорь, это все классные новинки. Все это спорт, это уже привычные бланки. Какие-то там дорогие, какие-то чуть бюджетнее, новые технологии. Это все классно. Это все. Но я вот нашел удилище, которое меня вообще заинтересовало. Я взял его руку и сразу понял, что что-то интересное и новое. Заметил стыки. Да, я так понимаю, что это сколькичастник? Это удилище называется Турон. Турон это типа тревел. Удилище класса тревел. Это многочастник. Да, при этом офигенный строй. Мне очень нравится. Мне очень нравится строй. Причем еще интересная фишка. Значит, какая? Оно есть в 13 футах с тестом 3,75. Но ты можешь вытащить одну часть. Я вытаскиваю комлевую часть. Комлевую оставляешь. Я участвую второе колено. Вставляю. Вставляешь, и получается 10-футовое удилище. 10-футовое с офигенным вообще просто строем. Просто, я не знаю, этим удилищем, я не знаю, это просто универсальное удилище. Это действительно удилище, я его даже бы не назвал бы специализированным карповым удилищем. Это и сталкеры будут на это ловить. На это можно, я не знаю, блеснить. То есть для спиннинга пойдет, троллинга пойдет. То есть для ловли, сейчас моду набирает ловля в городе, стрит-фишинг, где-нибудь там под деревьями. Да. То есть тут фишка именно, что это... Прикольно. Очень классное удилище. Мне кажется, вот про такие вот новинки надо обязательно рассказывать. И чтобы пользователи и почитатели этого бренда Sportex, они знали, что есть еще вот такое направление. Потому что все знают, что есть 10 лет гарантии на бланк, есть новые технологии, семигранные бланки, новые материалы используются, супер фурнитура, через спорт продвигаются, знаю, что чемпионы мира ловят, выпускаются даже специальные серии под чемпионов мира. Но вот такие удилища народные, которые универсальные, вот это, я думаю, обязательно донести надо до поклонников Sportex, что есть и такие бланки. Это удилище будет супер, мне кажется, зайдет. Просто о нем надо рассказать, его надо предложить рынку. Но надо, конечно, быть откровенным. Это тоже еще далеко не бюджетное удилище. Так, да, оно не бюджетное, но скажите, какая? Сколько цена у этого удилища? Цена его розница 490 евро. Смотрите, 500 евро, это все в чехольчике. Это все в чехольчике. Вы покупаете хорошую одежду, покупаете непромокаемую какую-нибудь там накидку, рюкзак, все туда складываете, чехольчик прикрепляете и пошли. У вас насадочка, прикормочки чуть-чуть, все это в рюкзачке, термосочек, еда. И вы погнали на свой любимый водоем, который находится очень далеко, туда не доезжают ни машины, ни самолеты не долетают. Все, вы пришли, и у вас офигенное, классное удилище. Вы получите максимум удовольствия от всего. Просто потом от всего. Еще одна область применения, это если куда-то летишь самолет. Самолетом, да, чтобы вот эти не вот эти длинные. Вот эти двухметровые. Все переживают, да. Это, мне кажется, можно на ручной клади пронести. Конечно. Ручная кладь. Да, мы говорим о том, что да, это классное удилище, оно универсальное, но оно, в принципе, не дешевое. Но это уровень, я чувствую, это классный строй. А есть что-нибудь такое, народное? Я знаю, классную серию выпустили Sportex 70-летию, может быть, еще что-то есть? Да, есть из удилищ, скажем так, средней ценовой категории. Это новая серия Competition, называется CS. И расширили линейку юбилейных удилищ Advancer, то есть туда добавили и 12-футовые, и сподовые удилища. В Advancer именно, Advancer, да? И сталкерские удилища. А, вот Advancer Stalker, я брал бланк, очень тоже классный, очень классный. Ребята, мне очень понравился вот этот четырехчастник. Вообще, если честно сказать, у меня первые удилища, правда, спиннинговые, были многочастники, и, видимо, у меня это запало в душу. Мне очень нравится.
Что там за удилище? Вот два сталкерских удилища, 10-футовых с тестом 3LV. Значит, одно Advancer и одно Competition. Их розница это значительно дешевле. Advancer порядка 6000. Competition порядка 8000. Ну классный строй, классный строй. Я знаю, что многим начинающим карпятникам, многим любителям, ну, нравится, когда удилище пожестче. И это прям то, что надо. Вот просто то, что надо. Чуть короче, не такие длинные. Вот именно сталкер, да? Сталкер? А это Competition? Это тоже Competition Stalker 10 футов. Competition, серия Competition просто классная. Вот мне эти удилища нравятся. И ценителям просто ловли трофейной. Усиленный, получается, перекрестным плетением комлевая часть. Это сейчас уже стало как бы более модно и популярно. Ну и что в итоге, что мы можем пожелать всем, кто увлекается карповой ловлей, кому нравится фирма Sportex? Мы рассказали про новинки, что мы можем пожелать, где за нами следить, где, куда звонить, куда бежать. Желаем новых достижений в области карповой рыбалки, не только карповой. Желаем успехов во всем. Ну и обращайтесь, мы всегда на связи, всегда доступны. Удилища всегда удилища есть в наличии. В общем, пишите письма. Спасибо огромное. Приятно было здесь поговорить, встретиться. Друзья, мы опять на стенде фирмы Sportex, на самой крупной выставке, посвященной карпфишингу, Карп Шоу Зволе 2020. И я хочу вам представить директора Sportex Ян Виленбрух. И вы уже знаете Игоря Кушнира, он представитель фирмы Sportex на территории России и Украины. И я хотел бы сейчас задать Яну несколько вопросов, Игорь будет переводить, о том, какие планы у фирмы Sportex, что в будущем, может быть, что-то про прошлое. Ну, мы сейчас спросим, да, Игорь? Как куда eine kurze Geschichte von Sportex, wann gegründet, wie gegründet, Sportex wurde gegründet 1949 Была in Hamburg. Образована в Гамбурге компания в 1949 году. Und ist danach kurzer Zeit in, nach Süddeutschland gezogen. Потом und после этого переехала в Южную Германию. Und seit vielen, vielen Jahren nun ansässig in München. Уже, ну, много лет уже находится в Мюнхене. So dass wir seit 70 Jahren, nun letztes Jahr 70 Jahre Feier, in München ansässig sind und dort Routen, Carbon-Routen bauen. То есть уже, ну, в прошлом году отмечали 70-летний юбилей, то есть компания 70 лет выпускает продукцию из карбона. Ну, не сразу из карбона, но сейчас как бы это... Ja, viel mehr gibt's, glaube ich, so überblickweise nicht zu sagen. Wir haben ca. 2.500 Quadratmeter Fläche in München mit ca. 30 Mitarbeitern und erfreuen uns wachsender Beliebtheit. То есть много как бы рассказывать сейчас не будем. У нас есть возле Мюнхена шоурум, склад, шоурум, то есть более 2000 квадратных метров. У нас 30 сотрудников в компании. И как бы мы продолжаем работать. Я думал, это уже прям приглашение. Уже у нас прям как раз прямой рейс есть. Краснодар-Мюнхен. Мы с удовольствием. Скиптан директ и флюк. Аус Краснодар цу Мюнхен. Напросился, в общем, в гости. Herzlich willkommen. Thank you. Thank you. Ну что, друзья, еще я хотел спросить, какие новинки в 2021-2022, что в будущем, какие, может быть, новые тенденции, что космические технологии? Больше новые технологии, планты не цукур. Naja, zum ersten haben wir jetzt ja vor letztes Jahr erst die Heptacore-Technologie rausgebracht, also das siebeneckige Blank Beyond Carb, Revolt Carb, gerade für die Wurfdistanzen und für die Wurfgenauigkeit. Ein Thema, was uns auch in Zukunft beschäftigen wird. В прошлом году в
были созданы удилища как раз по новейшей технологии Хептакор, которая это семигранные удилища. Семигранные? Да. Бланк полностью семигранный. Davon abgesehen arbeiten wir immer an neuen Materialien und gerade das Thema Casting, also Wurf Performance wird uns auch weiterhin. Ну, об этих удилищах мы. Да, мы работаем, ну, мы работаем сейчас как бы в этом направлении именно бросковости дальнего заброса, то есть как раз то, что для нас интересно. Ну, я думаю, об этих удилищах мы расскажем отдельно, подробно, и я надеюсь, мы их потестируем, краш-тесты. Возможно, когда-нибудь приедем и в штаб-квартиру Sportex Мюнхен. Вот. Всем огромное спасибо. Яну огромное спасибо. Игорю огромное спасибо. Смотрите нас дальше. Погнали. Револт. Револт. Новинка 2020 года. Это новинка 2020. Я держу в руках, и я могу сразу сказать, что бланк не круглый. Да, здесь применена совершенно новая технология Хептакор. То есть это сделан бланк не круглый, а семигранный. Семь граней. Семь граней. Счастливое число для карпятников. Обратите на это внимание. Все карпятники суеверные психи. Поэтому это удилище будет ловить в два раза чаще, кидать в два раза дальше. Не будет ломаться, а если поломается, 10 лет гарантии. Ну, если не вдаваться в подробности, как бы 7 граней, все понимают, что это намного больше ребер жесткости. Да, это я, конечно, пошутил, но в каждой шутке есть доля шутки. Да. Почему решили делать многогранное вот удилище? В чем смысл этого? Просто, ну, дань моде, что-то новое сделать? Или вот все-таки заложен смысл? Ну, компания Sportex все время что-то новое придумывает, внедряет. То есть это новые технологии. Насколько оно хорошо или там плохо, это покажет время, покажет тестирование. Прикольно. Да, то есть вот такая есть технология, которая как бы имеет право на жизнь, и это еще больше ни у кого такая не применяется. Ну, я это удилище еще не тестировал, не держал в руках. Первый раз вот с ним познакомился здесь на выставке. Я надеюсь, мы сделаем полноценный обзор этого удилища. Если фирма Sportex закажет краш-тест, мы еще с большим удовольствием сделаем этот тест. Но, конечно, удилище не дешевое, и не будем мы его ломать, потому что я уже чувствую, что у него очень интересный строй, и оно будет действительно, как и большинство удилищ фирмы Sportex, очень классно бросать. Я думаю, что это будет классное удилище, возможно, многим понравится. Так что ждите новинку 2020 года. Когда появится в России? Тестовый экземпляр уже. Уже нас ждет. Да, на выставке будет представлен. На выставке, которая пройдет на ВДНХ в Москве, он будет представлен. Но если уже выставка прошла, и вы смотрите это видео позже, спрашивайте удилище 2020 года Револт, Sportex, в магазинах вашего города. Правильно? Вот это удилище, которое сейчас у Игоря в руках, это Spoda Competition? Новая модель 2020 года. Spoda Competition? Да, Spoda Competition. Ровно 10 лет назад мы познакомились с фирмой Sportex именно с этого удилища. Мы купили первый свой Sportex на одном из соревнований Spoda Competition. Еще вот тот первый, да, вот 10 лет. Это был самый первый Spoda вообще. Spoda-овое удилище, которое выпустил Sportex. И тогда это удилище произвело очень как бы большой фурор. Очень многие карпятники его попробовали и поняли, что кормить это как бы не такое уж трудоемкое дело. То есть им можно... Да, главное, что удилище работало правильно. Да, и это было работало... действительно фурор. Да. Потому что вот именно с 10 лет назад, именно со спода удилища катапульт. Катапульт просто. Катапульт... Competition. Катапульт вышел Позже. Это следующая серия, да. Competition. Да, именно Competition. Такой матовый бланк, черный. Да, да. Именно с этого удилища начался такой старт фирмы Sportex в мир карпфишинга. И это был, ну, пожалуй, единственный бренд, не английский бренд, который зашел в карпфишинг и начал такое шествие победное до 2020 года. Сейчас куча различных серий. Много сподов, и вот наконец-то уже новая версия сподов. Надо подробнее немножко о этом рассказать. Спустя 10 лет опять сделали спод в
тесте 5,5 ЛБ. 5,5, да? Да, вторая и третья версия были... Пятерки, да, были пятерки. Да, то есть они были такие облегченные. А вот сейчас четвертая версия, называется CS4. Ее сделали снова, как и первую, в тесте 5,5 ЛБ. И, соответственно, это уже как бы полноценное сходовое удилище, относительно недорогое, которое можно использовать как на обычных рыбалках, так и на соревнованиях. И на протяжении 4-5 дней можно смело кормить, не боясь о том, что будет болеть спина, руки. 10 тысяч рублей рекомендованная розничная цена. Да, сходовое удилище, новое. Розница порядка 10 тысяч. Да, усилили мукомлевую часть. Сейчас модно вот такое плетение крест-накрест. Сейчас усилено, перекрестно. Перекрестно, да. Это фирменное плетение Sportex, называется HT Crosswinger. Crosswinger, да, классное плетение. Второе колено гладенькое и очень классный стык. Я помню, что самые первые вот компетишены, у них единственная была болезнь, это вот, ну, со временем все спортсмены, даже до сих пор, когда уже стыки мертво, намертво сидят, у всех спортсменов осталась привычка после забросов там 5, 6, 10 раз проверяют. На этих удилищах это уже не надо делать. Возможность протестировать этот стык. Это отлично. И проверить, насколько стык плотно сидит, насколько сейчас им удобно бросать, далеко бросать, легко бросать и так далее. У фирмы огромнейшая, богатейшая история по производству удилищ. И в руках у меня дальнобойное удилище для ловли в Чикаго, как я люблю говорить. Удилище «Триумф». Это модель 2019 года. В принципе, можно сказать, новинка. Но так как у нас уже есть уже новинки 2020 года, но об этом мы расскажем в следующий раз. В 2019 году появилось это удилище. И когда оно попало в первый раз мне в руки, я понял, что что-то с ним не то. Правильно я понимаю, что это единственное удилище из карповых, в котором применился немножко другой строй для удилища. Как мне кажется, что у большинства удилищ Sportex, у них такой свой фирменный строй. А вот это удилище сделали быстрее и, ну, оно мощное удилище, и чуть-чуть быстрее, нет? Ну да, это удилище было именно специально разработано для дальнего заброса, то есть по просьбам многих наших спортсменов. То есть это удилище для спорта в первую очередь, которое позволяет на протяжении нескольких дней далеко бросать и при этом совершенно не уставать. Здесь применены какие-то новые технологии космические, какой-то, может быть, карбон, специальные плетения. Все правильные технологии. Все правильные там технологии. Самое главное, что это удилище реально бросает очень далеко, и им легко работать. Допустим, многие спортсмены знают, что есть удилище, которое, можно так сказать, чуть-чуть мощнее, чем Триумф. Еще мощнее. Это импрессив, да? Оно мощнее идет. Оно заявлено как мощнее. Но чтобы бросать импрессив постоянно, ну, во-первых, надо иметь хорошую технику, еще физические данные. И это удилище действительно, оно очень мощное для тяжелых грузов. Вот это прям такое универсальное удилище, когда надо кидать и очень далеко, и на вываживании, чтобы хорошо работало, и не уставать. И все-таки быстрый строй, он компенсирует иногда, ну, недостатки в технике. И для большинства спортсменов, даже опытных спортсменов, я рекомендую присмотреться к этому удилищу, потому что, ну, им вы будете кидать реально дальше. И я, когда его взял в руки, я это прям почувствовал, и мне очень оно понравилось. Он прям хлестко выстреливает. Ну, собственно говоря, каждому свое. У Sportex очень большая линейка удилищ, то есть можно подобрать сейчас уже под любые запросы, любые потребности. Ну, Триумф, как бы, ты уже успел протестировать не один раз, поэтому как бы ты имеешь уже про него собственное мнение, которое как бы испытано на практике. И очень больших рыб мы ловили на это удилище, ловили на озере Медвежки. Медвежка, вы можете посмотреть это видео на нашем YouTube-канале. И это удилище отлично работает на крупной рыбе. Помимо того, что это дальнобойное удилище, отлично работает на крупной рыбе. Все, ну, в принципе, про Триумф все рассказали. Я думаю, что впереди у нас еще много удилищ, много выезд. Всем пока, а мы погнали по выставке дальше. Карп-шоу Best.
Нидерланды 2020 год. Пока. Пока.